Всем привет, ребята, меня зовут Рад, это вторая серия «Жизнь с Тыми». «Жизнь с Тыми», вторая серия. Как бы, сериал у нас построен на том, что это обычный пацан, и решил переехать в город, и решил стать стримером. Но всю жизнь этого парня вы можете увидеть во всем сериале. Начинаем, поехали. Так. О, наконец-то я проснулся. Долго я спал. Так, на сегодня у нас будет, наверное, цель постримить немного, но это уже потом. Только проснулся, я хочу кушать, а еды-то нету. На улице только утро наступает. Ну да ладно. Не до этого как-то сейчас. Так, что я хотел, это да, я хотел сейчас мыться надо, помыться. Нет, я помылся, да, вот. На улице уже утро, да, я говорил, что сейчас только утреннеет. Сейчас часовой пояс такой. Надо будет убраться сегодня на кухне. Вот так вот. Это куда-нибудь уберем потом. Это вообще надо будет выкидывать. Потому что это вообще фиг пойми от кого. Ну да ладно. Пошлите сейчас, наверное, в магазин. Потому что надо купить себе еды. Да. Надо купить себе еды. Я еще даже не проснулся почти. А, ну ладно. Вообще, как бы мне говорили, где. Но я уже как бы забыл. Так. А, вон, я вижу, вот, вижу, все увидел. Я увидел этот ларёк, да. Добрый день. Здравствуй, чилочилочка, какой? Сколько у вас будет стоить хлеб, вот этот вот получается, вот это и вот это мясо? Ну смотри, значит, хлеб, вот этот вот, да, стоит 30 рублей, а мясо, которое ты мне показал, 145. Хорошо, а получается, есть еще печенье? Печенье 100 рублей стоит. Ага, то есть всего это... Всего это 275 рублей. Ну, давайте, да, я картой оплачивать буду. Вот, оплачиваю картой. Все, до свидания. Спасибо за покупку. Так, теперь надо вернуться домой и положить в холодильник всю еду. Да. Надо теперь домой. Так, первый этаж. Ну, как бы, точнее, третий и вот четвертый, третья квартира. Все. А, я даже не закрывал. Ну, нормально. Пока что давайте поедим. Что за фигня? Сейчас мы все вот так вот сделаем и еще вилку возьмем. Ой, все, ребят, я поел. Остается только сейчас вот убрать. Ну, туда положим, пусть там лежит. Ну, давайте сегодня постримим немного, да? Давайте постримим. Потому что уже как бы я устал просто сидеть, что делать. Давайте немного постримим. Давайте все. 6 hours later. Ой, наконец-то я закончил этот стрим. Все, ура, можно теперь и отдохнуть. Конечно, фиг пойми, от чего идет свет. Ну, от монитора, конечно же. Ну да ладно.
Уже завтра посмотрим. Вот так. Ну, сегодня мы постримили, сходили в магазин, купили себе еды. Наверное, надо будет посмотреть вообще что-либо, как-нибудь. И уже решим, что будем делать завтра. Ну, прикольный город. Ё-моё, куда я залез? Тут всё вот так вот нормально. Террасы там, видите ли. Ну, ладно, всем... Ну, так вот. Давайте спать. Ложиться будем уже. А то я уже устал. Ой, доброе утро всем. Ой, как я устал. Ой. Давайте умоем. Где мой диван? Где мои кубки? Дверь.